единственное показание – это сухое деревье, либо у... Если действительно сухое дерево... А что, читать-то будем? Нет, не идет, не о том, разговор идет о замене полностью, а и посадить новое. Ну, деревья свое и жили. Хорошо, у меня один вопрос. Да мы разговариваем, у меня голос такой. Хорошо. Ваше объяснение, почему мы должны жить бабушку. Вообще ничего не жить. Я только гранируется соответствующее времени с 15 октября до 15 апреля. Рано или поздно это старое дерево упадет. Взамен кто его посадит? Нас с вами не будет. Кто посадит вместо него? Вас я больше вам скажу. Да? Вас даже не будет, когда вырастут вот эти мы деревца. Мы не будем такие садить. Поэтому ни одно зеленое дерево, так, ни значит, одно пишите, зеленое дерево подписано не будет. Да. А мы смотрим конструктивно. Давайте. Если на дереве есть зеленая листва, оно живое. Разговор идет вот именно об этом дереве. Хорошо. А почему вы считаете, что оно плохое? Чем вы руководствуетесь, решая, что это дерево? Хорошо, вот это дерево, посмотрите на это. Ну, единственный аргумент у госпожи Каймасовой, оно когда-нибудь умрет, поэтому никогда давайте его зарубим сейчас. Никогда не умрет. В этом году уже половина стволов сухие и пустые без листвы. Следующий год, на максимум 23-й год, это будет мертвое дерево. Как вот эти два умирающих дерева отклонируют? Если у них уже проблема... Ну мы же не знаем, есть ли у вас проблема. И умираете ли вы? Ну тут-то мы этого не знаем. Тут-то видно, что деревья поумирают. Вот оно стоит здоровое. Вот когда оно умрет, вот тогда его и спилят только на следующий год.